Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан Отец и Хаммер Сын. Да, мы продолжаем играть в Sims 4, и я нажал на паузу, ты какой, ты в воздухе, ты, я не знаю, супермен. Я умею летать. Так, и я хотел купить себе кровать. Ну, давайте дождемся, пока я хотя бы встану, проснусь. И сегодня у нас, ну, имею в виду, в игре воскресенье, и я не на работу, Хаммер не в школу, и мы на сегодня решили сделать барбекю. Но завтра мне школу. Да, пригласить гостей. О, достижение, что значит быть нормальным, достижение. Это кто, кому? А вон написано, почитать что там. Оставаться в нормальном эмоциональном состоянии 48 игровых часов подряд. О, это у тебя, представляешь? 48 часов нормальным был? Да. Так, кстати, у меня надо, давай посмотрим. О, я все еще, то есть я... Так, давайте я все-таки встану, или что? Давай я встану, давай убрать хотя бы все, давай. Просыпайся. Просыпайся. Ты уже 7 утра ты лазишь уже, молодец. Так, и давайте купим, да, получше кровать. Хочется кровать получше. Давай посмотрим. Кровать. У меня какая вообще кровать? Свобода. Бодрость 5. Так, ой, куда я ее? Свобода, бодрость 5. Вот у меня вот это. О, это за 8000. Не-не. А у меня самая, кстати, нормальная кровать. Где за сколько? Ну, единственное, вот это вот. Но это за 8000. Вот это вот у меня кровать. Так что мне жаловаться на кровать не приходится. Ага, купи вот эту тонкую. Вот. Так что нет, тут все. Все нормально у нас с этим. А у тебя и те кровати что-то еще. Еще нет, вон те красненькие еще. Вон те, вон в углу. Ну это большая двухспальная кровать. Так, что с кроватями у нас? Пойдем в этот. Или ты еще спишь? А, нет, я уже проснулся. Пойдем в этот. После этого только у нас рыбу ловят. Ей, вы что тут нашу рыбу ловите? Такие. Замедлил. Папа, пошли в тренажерный зал. Тренажерный зал? Да. А мы хотели же делать барбекю и пригласить этих. Да, успеем. Мы сходим сначала в барбекю, ой, в этот тренажерный зал, а потом пригласим людей. Так мы уже ходили тогда в тренажерный зал. Мы ходили уже? Ну давно тогда. Давай, подожди. А куда мы не ходили? Куда мы не ходили? Я куда-то хочу сходить все-таки. Сходить куда? Да, то эти лыси не доедут, они в компьютер играют только и все. Да нет, мы же на барбекю их позовем. А они все равно пойдут. А они все равно в компьютер пойдут? А, кстати, когда у нас день рождения? Не знаю. Какая-то смешная тетенька в одежде какой-то смешной. Ну, когда садовник или кто? Так. А человек какой-то грустный. А чё я снова лёг спать? Ей! Скучает по семье. А чё два часа грустный? А чё я грустный-то? Вон, давай, вон, гриль иди делай, грустный. Так он, ты... Бутерброд с овощами, бутерброд, гамбургер, жареная курица. Он хочет со мной, по семье раскучает. Так давай я сейчас приду. Жареную курицу, давай. Иди делай жареную курицу. Вот, а ты пойдешь сюда и сядешь, вот, все. А я куда пойду? Я сяду? Сядешь, и мы будем разговаривать, нормально все. Ой, жарко. А, ты делаешь, да. И разговаривать будем, да? Да. Так. В смысле, там огонь прикольный.
О, курицу жарю. Классно. Вот бы курицу. Давай, а я буду... Подожди. Нет, ты со мной. Я теперь умею готовить торт, конфетти и чили. Есть. Еще он теперь умеет делать новые интересные трюки. Ты? Так, подожди. Надо же попросить. Искренний комплимент. Папа, ты классно сделал курицу. Спасибо. А я с тобой могу... Шутки, сфотографироваться. Сфотографироваться. У папы что-то красное. Ну, там папа розочка красная. Сфотографироваться вместе. Давай сфотографироваться вместе. А, сфотографироваться вместе. А мы где сфотографироваться? Здесь, что ли, будем фотографироваться? Смотри. Сейв, давай сфотографируемся. Скажи, что улыбка. Круто. Пригласить за стол. Давай покушаем курицу. О, да, Бонни Чарёй. Иди покушай. Курицу покушаешь? Будешь кушать? Да, вот, давай садимся. Сели такие, едем. Смотри. Смотри. О, я какой ганский. Гора учме. Ну чё, как вкусно курица? Да. Ну как-то нормально. Бенч Фарбен. Дуга Сивар. Сорб. Так, чаще. Рассказать забавную историю. А какая вкусная курица. Вкуснятина. Слушай, помню, как это было. Такой, какую-то историю рассказывал. Да, да, ты слышал. Да ты что? Обалдеть. А мы не позвали никого в гости. Ну и ладно, вдвоем посидели, поели. Хорошо, я хотя бы сходим куда-то сегодня. Все, поели. Такие сидят, что делать, такие думают. Все, поели. О, ты поел, молодец. А давай я тебе скажу, что надо убрать. Убрать, помыть. А мне... Убрать, помыть и... Положить... Напряженный. У тебя зуб такой... Да. Положить в багаж. Излишне кого-нибудь чувствовать. Напряжение. Так. Напряженно какой-то. Так, давай убрать, помыть. Взять порцию. Подожди, убрать и помыть. Так, все. Поели, попили. Так. Ты что-то мне... О, стать лучшим друзьям. А что там было другое, кстати, ты мог сделать? Ту-ту-ту. А мы тоже стать лучшими друзьями. Та-та-та-та. А, ты хотел же куда-то пойти. Да, я хотел. Я хотел, давай. Что нашел на зал. Я не помню, как мы ходили. Вот, отправиться. Давай. Отправиться. Отправиться с Тамиром. А куда? А куда отправиться? Подожди, а куда отправиться-то? А вот.
Отправиться... Так, мы здесь. Мы смотрим, можем... хранить библиотеку. Вот. Спортивный зал. Давай спортивный зал. Здесь. Спортивный зал. Все, пойдем в спортивный зал. Пожалуйста. Пожалуйста, спортивный зал. Та-да-да-та-та. Спортивный зал. Ой, такая музыка. Подвигаемся, продвигаемся. Спортивный зал. О. Ну что, пойдем? Что тут поделать? Тренировать удары. Пойдем. Давай. Смотри, кто это. Ё-моё, тетенька такая. Смотри. Она какая-то толстая. О, я. Фу. О. А ты как ты плохо бьёшь? Ну я потому что этот, не тренированный же. Ты боишься, грушевака? Так, а ты где? А, подожди, а как мне тебя найти? Стой. А вот ты. А ты в туалет пошел. Нормально. Пошел. Пошел, пришел в спортивный зал, пошел в туалет. Не, ну ладно, что. А тут, кстати, на втором этаже нету этих, тут переодевалки только. Тут нету. Ну тут этот. О, а тут, тут. А я думал, тут покушать можно. Жалко, что нельзя. Как-то я так тренируюсь не очень. А раньше, слушай, не было этого, кстати. Я помню, раньше этого не было. Как ты к тетеньке подошел? Ну что, качаемся? Качаемся такой. Приветствую, дружеский. А, ты уже поприветствовал? Ладно, приветствовал. О, ты тут какие-то заработал эти. Рассказать анекдот. Какие-то очки заработал. Рассказать анекдот. Поднять настроение. Кстати, вот эти вот очки, которые зарабатываются, их можно ведь тратить где-то, кстати, сказать. Понимаешь? А где, кстати, ребята тратят эти очки? Вот эти, смотри, вот эти вот очки, которые заработаны, да? О, смотри. А это что такое? О, спортивный зал. Это, а я думал, это то, что в спортивном зале можно ставить. О, так и смотри, мы можем в спортивном зале что-то менять. Да? Да, подожди, а так это... А, так это платно или это бесплатно? Платно. Нет, подожди, написано... в бесплатном режиме строительства. То есть я могу... И мы можем сами тут все переделать. Ты представляешь? Смотри, мы можем даже лампочки переставить все. Представляешь? Но я пока этим заниматься не буду, потому что как что-то мне пока неохота... не свой дом переделывать, честно говоря. Я говорил, знаешь, о чем? Я говорил, что есть где-то вот эти вот очки, их можно тратить. Только я забыл, где. Понимаешь? Вот эти заработанные очки, где-то их тратить. А, вот они, магазин наград, вот. И выбрать новую... А, нет, магазин наград, вот смотри. Вот, смотри. О, у нас 1520 этих вот очков, ну, по крайней мере, у меня. И я могу... Мгновенная гигиена, растворимое веселье. В общем, такие смешные штуки. Быстрая уборка, желанный гость... Будучи желанным гостем, вы всегда сможете заходить в дом соседей, и никто не будет возражать. А это навсегда, типа, смотри, покупается. Типа, я могу, видишь, смотри, купить, все, я всегда желанный гость везде. Любитель спорта могу купить. Прорицательный. Ё-моё, на 1000 быстрое чтение могу купить. Могу читать намного быстрее обычного персонажа.
жаворонок, наставник, достигнув 10 уровня определенного навыка, наставники получают доступ к руководству, обучению других персонажей, что помогает тем развивать быстрые навыки. Ё-моё, сова, бесплатные услуги, о! Все запросы на однократные услуги бесплатные, ты представляешь? А что значит однократные? Ну, не знаю, там, может, парикмахерская, еще что такое. Деловая хватка. Персонажи, обладающие деловой хваткой, выручают за свои подделки больше симолеонов. Выпейте, чтобы сделать персонаж моложе. Это не работает, я смотрел, помнишь? А. Мы этого смотрели. Безостенчивый персонаж никогда не смущается. В общем, ребят, тут прикольно, да. Но пока я что-то не знаю даже на что пока потратить. Подожди, а у тебя сколько этих очков? Давай посмотрим. У тебя 500. У тебя 500. Нормально тоже. Ты можешь желанный гость взять, если хочешь. А это что значит? Это будучи желанным гостем, вы всегда сможете заходить в дом соседей, и никто не станет возражать. Ну, не знаю. Любитель спорта можно сделать. А любитель... А, это... У тебя уровень гигиены не будет понижаться, если ты занимаешься спортом. Порицательный персонаж узнает черты других персонажей просто при встрече. Ты сразу знаешь, о, это хороший, это плохой. Давай, знаешь что? Вот этот, который желанный гость. Желанный гость, чтобы без этого мог зайти, типа, да? Ну... Ну смотри, 500 очков стоит. А за что их получать? А ты выполняешь вот эти вот задания, здесь видишь вот такие задания? То тебе даются понемножку. Да, да, давай в гости тогда сходим. Ладно? Потом. Будем ходить в гости. Купить, да? Да. А у меня не... А у меня тоже желанный гость купить? Мы такие все желанные гости. Давай. Да? Да. Ну что, я-то один купить. Не буду... Вы уверены, что хотите желанный гость купить за 500 эти штучек? У вас останется 85. Не знаю. Ну давай, что делать? Да давай, покупай. Во, желанный гость. Вау, ты везде желанный гость. А желанный, я так не понял. И что, я куплю тогда? Да, ты себя тоже купишь. Давай, я тоже куплю. Мы будем везде желанные гости. Ей. Все, у меня еще, кстати, 1000 осталось. А я могу, знаешь, что купить? А я не знаю даже, что купить. На 1000. Быстрое чтение. Жаворонок, наставник. Я могу обучать, кстати, кого-то. Или 1000 пока оставлю. Давай я пока оставлю 1000. А что тут есть на 2000? А ты что купил еще за 500? Желанный гость, я еще ничего не купил. А-а-а. О, смотри, на 4000 есть. На... Ё-моё, садовник. Неустающий. Чистоплотный. Неустающий, можно не уставать. Ладно, я пока буду копить, но желанный гость я купил. А на что копить будешь? А на что будем копить? Ну не знаю, там на что нибудь копить. А, дяденька упал. Ты не то упал? Нет. А ты чё стоишь на месте? Давай занимайся. Так, чё, а где? А, я стою на месте? Давай побегай. Побегай? А что мне надо сделать? Почитать книгу в библиотеке. Что ты смеёшься? Не, ну я думал, какая библиотека, это же не... Я-то где, это я? Где, где я? А, занимаешься? Я занимаюсь, это не я там был, кстати. А что ты делаешь? Я занимаюсь. О! А, ты руки так делаешь? Да, качай руки. Ура. У тебя даже эти... Ты изо рта плюешь. О. О, у тебя очень возбужденный. Я понял. А у меня что, улучшается? Ну-ка. А, да, фитнес. Вот, фитнесом. О, у меня повышен уровень даже. Достиг второго уровня фитнеса. Тренировки, может быть, беговой дорожки. На беговой дорожке, выход, здоровье. Так, все хотят, чтобы быть здоровыми, но... Персонаж... Помешанный на фитнесе персонажи, все. Все силы тратят на то, чтобы поддерживать идеальные формы. А что мне здесь надает это? Что-то дает, наверное. Что дает, не знаю. Я уже повысил. Или я думал, что я еще не повысил уровень. Ну что, тогда обратно домой пойдем? Ну, давай. Уже, кажется, время заканчивается. Все-таки.
Как раз пойдем домой и пойдем потом в гости, да? Нет. А, ну да. Да? Хорошо, вызываем, идем. Отправиться. Переместить семью, отправиться с... Дамиром. С Дамиром, отправиться... Обратно. Обратно. Ну, мы сейчас сюда, а потом, может быть, в гости. Угу. А если бы мы это не купили, то бы нам говорили, а вы что пришли, мы вас не звали. А мы вас не звали, а мы такие пришли, о, привет. А мы вас ждали. Как мы рады, что вы пришли. Мы вас так всю ночь, или ночью таки пришли. Мы так рады вас видеть. Мы заразились зельем. Да. Ну что ж. Ой. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.